Ожесточенными столкновениями с полицией завершился марш протеста в столице Италии. Семеро полицейских получили ранения, нескольких особо рьяных демонстрантов задержали. Толпу блокировали на подходах к зданию парламента. Участники акции выступали против строительства высокоскоростной железной дороги, которая соединит Турин с французским Лионом. Ветка пройдет через заповедные земли, а строительство обойдется в 26 миллиардов евро. Демонстранты считают, что деньги надо направить на социальные нужды.